Великий пост наиболее строгий и значительный из всех постов. Продолжается он 7 недель и помогает нам подготовить ум, тело и душу к восприятию пасхальной вести. Установлен Великий пост в подражании Иисусу Христу, постившемуся в пустыне 40 дней. Пост – это не диета и не простое воздержание в еде. Главное, от чего следует воздерживаться постящимся – это грех и причинение всякого зла окружающим. Отказ от скоромной, животной пищи не является главной целью поста. Главное его назначение в том, чтобы духовно возвысить человека. Телесное очищение должно сочетаться с преображением души. Истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвы преступления.